Добрый день, дорогие любители винтажа и антиквариата! Мы с вами на блошином рынке, сделанном в СССР. Сегодня второй день скидок, а чуть позже начнется аукцион. Сейчас я вам покажу несколько сахарниц. Сегодня они по 600 рублей, в обычные по 800. Это в первую очередь вербилки, слива или весна. Видите, без ручек. Сахарница, а следующая очень изящная, красивая сахарница ЛФЗ с обилием золота, с таким ярким красивым цветком. А это уже сахарница из сервиза Дулёва «Золотая ветка» с зелеными листиками. Форма киевская. Чайник вербилки. Помните, чайную пару я купила? Он сегодня по 400 рублей. Такое стекло, видите, бокалы немножко скошены. Зеленый, очень красивый. Желтый такой же. Здесь очень много сапожков различных. Сегодня здесь все по 300. Дулёва. Дулёва, Ольдец, так и не купили. Это все по 600, сегодня по 400. Дулёва. Сегодня по 400. День, дорогие друзья, сегодня у нас аукцион, и мы смотрим, что у нас будет на аукционе. Анатольевич, к вам гости. Я думаю, из гусхрустального. Кувшинчик. Будем сейчас смотреть, какой. Ой, какой молочник. Полунная. Ну, правда, очень красивый рисунок. Вазочка. Вот такая вот прелесть. Ух, какой
какое. Это, я думаю, штоф у нас. Огромный такой. Да, штоф. Кувшин, бонбоньерка на ножке. Ваза. Набор кофейный. Тут Китай, наверное. Ну да. Кофейный сервизик. И вот здесь у нас бульонница ГДР. Итак, вазочка хохлома с крышкой, между прочим. Крышка это не просто так. Итак, 150 рублей вы видите. 150 рублей. 200 рублей. 250 рублей. 300 рублей. 350 рублей. Не машите руками, я же реагирую. 350 рублей. 3 продано, номер 12. 200 рублей. 250, 300 рублей. 350, 400. 450, 450, 500 рублей, 550, 550, раз, 500, девушка, не машите рукой. 600 рублей, 650, 650, раз, 650, два, 650, три. Продано, один весь запечатанный, вот видите, пробочка еще, внутри водка. Вот такой вот гармонист. 50, 100 рублей, 150 рублей, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 550 рублей. Раз, 600 рублей, 650, 650. Не маши руку, тё. Ну, не поднимай ты руки, я же реагирую. 600, не поднимал ты. Хватит нос чесать. 650, раз, 700 рублей. 750. 750 раз. 700, 800 рублей. Да, за 100 850. 850. Раз. Там же водка, ребята. 852. 850. 900 рублей. После 1000 рублей, помните, что шаг 100 рублей. 900 рублей. Раз. Отлично. 950. 950. 1000 рублей. 1000 рублей. Раз. 1000 рублей. Два. 1000 рублей. Три. Поздравляем. Да. Чудесный флакончик, конечно же, это деколь, но и он и недорогой. 50 рублей увидел. 50 рублей. Раз. 100 рублей. 150 рублей. 150. Раз. 100. 200 рублей. 250. 250. 200. 300 рублей. 350. Вот закусились. 350 раз, Мария, 400 рублей, 400 рублей, раз, 400 рублей, два, 400 рублей, три. Пейте на здоровье. Так, номерок? 1300, раз, 1300, два, 1300, три. Номер? 11. 11, нет. А, 1, 1. Итак, кто-то тут рассматривал эту вазочку, но никто из вас, почти никто, не знает, что это все-таки урановое стекло. И вот я вам показываю. Вот такая вот вазочка. Итак, ваза из уранов 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 400 рублей. Раз. Ой, я мало показываю. 450, 500, 550. 550, 600 рублей, 650, 700 рублей, 750, 800 рублей, 850, 850 рублей, раз, 850 рублей, 900 рублей, 950, 950, раз, 950, два, 950, три. Продано, пятый номер. Не открылось случайно. Итак, ваза 50 увидел. 100 рублей, 100 рублей, 100, 150 рублей, 200 рублей, 250 рублей, 300 рублей,
350 рублей, 350 раз, 400, 450, 500 рублей, 500 рублей раз, 500 рублей, 550, 600, 650, 700, 700 раз, 700, 2, 700, 750, 800 рублей, 850, 850, 900 рублей. Он толкает, давай, давай. 950. 1000 рублей. 1100. 1100. Раз. 1100. Два. 1100. Три. Продано. Номер стакана, вернее, большие, да. Итак, 6 штучек. 50 увидел. 17 номер. 50 рублей. 100 рублей. 100 рублей. 150, 200 рублей, 250, 300 рублей, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 650 раз, 700 рублей, 750, 750, 750, 800, 850, 900 рублей, 950, ой, 900 рублей, раз, 950, 1000 рублей, 1000 рублей. 1100, 1200, 1300, 1300, раз, 1400, 1400, раз, 1400, 1500, 1500, раз, 1500, 1600. Ну, у вас самые удобные места, мы же здесь спокойные, 1000, даже 800. Так, 1600, раз, 1600, два, 1700, 1700. Мария, что-то вы там номерком шевелите. 1800, 1800 раз, 1800, 2, 1900, 2000, 2000, 2000, раз, 2000, 2, 2000, 3. Продано. Ну, номерочек, все частички на месте. Мы сами ее здесь расставляли на столе и запускали. Только нужно чуть почистить контакты между рельсами. А, здесь в ней... Вот видите, сколько вагонов, два, одна электричка, один старый паровоз и хреново гора рельс. Итак, вот такая вот железная дорога. 50, 100, 150, 200. 5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей. Раз. 5, вот все обломил. 5 тысяч рублей. После 5500 рублей шаг. 5500. 5500. Раз. 6. 6, 6, 6, 500, 7, 7, 500, 9, 9, 9, раз, 9 тысяч, 2, 9 тысяч, 3. На самом деле это супер лот, цена ему примерно 15 тысяч рублей, поэтому 50 увидел. Ты переверни, 100 рублей, 150, 200, 250. 300 рублей, 350, 1000 рублей, 1100, 1100, я тоже думаю, она плохого не положит, 1100, раз, 1200, 1300, 1400, 1500, 1500, раз, 1500, 1600, 1600, 1600, раз, 1600, 1700, 1800, 1900, 1900, 2000, загляну, конечно. Что же, там как этот, Якубович, да? Что ты завернула? Точно есть. Ого. Сколько там было последнее? Две. Две тысячи, две тысячи. Кто, вы, да? А. Две тысячи, раз. 2000, 2, 2000, 3. Продано. На самом деле вещь хорошая. Главное, чтобы не алкоголь. Нет, не алкоголь. Это чудесная ложка. Чем она хороша? Это не 84-ка, это 875-я проба. Ой, 875-я проба. Но это платина прибор.
это 30-е годы, 20-е, 30-е годы, они очень редкие, потому что платиноприборы выпускала Мельхиор и выпускала, если подстаканник обыкновенный серебряный стоит 10 тысяч, то платиноприбор уже из серебра стоит 25 тысяч. То есть, если обыкновенная ложка там стоит 3,5, то это уже стоит порядка 5-6 тысяч. Ну, чтобы вы понимали. Так что, поздравляю. Давайте похлопаем. Браво. Браво! Спасибо, что были со мной. В следующей части вы увидите новый зал, еще один, со множеством совершенно различной посуды по фиксированным ценам. Посуда будет и на столах, и на полках, так что площадь барахолки значительно увеличилась. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорой встречи, дорогие друзья! Прекрасной вам недели! И хорошего настроения.